Не успели зайти в лес, у нас красноголовик. Вот он маленький, хорошенький. Ой, белый гриб. Срезай. Так, я нашла вот два белых. Раз. Два. Ну, третий плохой. О, Сережа, сколько грибочков. А вот и три белых. Вот про них я и речь говорила. Видите, это обычные лесные белые грибы. Посмотри, какое счастье я нашла. Вот так, гуляя по лесу, не торопясь, можно найти белые грибы. Почему там такие грибочки? И мне положь. Это мои грибочки. А то я тебе и так их уже много положила. Да-да-да. Да-да-да. Шла за Сережей, он пробежал. И такой хороший белый гриб. И они оказались у него в корзинке. Так, хочу здесь вот пройтись еще. Вот в этом месте. Иду, иду. Сережа сказал, иди сюда. Иди сюда. Ну как не послушаться? Иду. О! У Сережи тоже белый. Белый гриб. Вот такой, смотрите. Классный. Ну вот мы сегодня тоже с белыми грибами. Вот так. Какой классный. Сегодня 26 июля. 2023 год. Приехали, как всегда, после работы Сережи вечером. Вечером любим гулять по лесу. Лес хороший. Пойдем дальше искать грибочки. Много лесной малины, смотрите. Вот она. Вкусная. Уже налилась малина. То у меня опять белое царство. Вот они. Раз, два, три, четыре. Четыре белых. Сережа говорит, Марина, беги скорее ко мне. У меня белый, а сам его уже срезал. Пойдем. Нет, пойдем к моим вон туда, к ведру. А? Пойдем, пойдем. Вот вроде такой вот, смотрите, лес. Трава высокая. Не надо, конечно, ходить тихонько, иначе можно пробежать все грибы. Вперед тоже смотреть не надо. Вот пока я до них не дошла, я их тоже не увидела, потому что трава высокая. Ну как тебе, Сережа, мой урожай? Ну это на мои похож. На твой похож урожай? Классно, да? Такие крепыши вообще и хорошие, да? Вот это плохой, убери, срежь. Ты его порежешь. А, срежешь? Да мы хотели эти все на участок ножки. Поэтому будем срезать и класть. Почему к себе, ко мне? А ведро переполнить. Не надо, моим ко мне клади. Вон, смотри, еще один. Смотри, смотри, смотри. Так, все мои ко мне положь. А то опять скажут, что ты больше меня нашел. Где там? Вот он, смотри. Вот он, малипусик. Вот он, маленький. Сережа говорит, сама спиливай его. Чтоб, говорит, не говорила, чтобы я тебя ограбил. Вот он. Вот он. Вот такой маленький. Вот, у меня тут еще, Сережа, двух белых не хватает. Они у тебя. Вот столько я только нашла сегодня уже. Да ладно, дома все равно все вместе в одно дело уйдет. Мы просто так ходим, шутим. А то он все время мне, я больше тебя нашел. А я ведь понимаю, что я все время к своей грибочке в его ведерко кладу. Я говорю, все, сегодня ходит каждый своим ведерком. И посмотрим для сверки, кто сколько нашел. А то хитрющий какой. Хитрющий. Давай туда, Сереж, вот так пройдем по опушечке. Да-да, по опушечке надо ходить. Давай пройдем. Сегодня Сережа все шутим в лесу. Он говорит, Марина, иди ко мне. Только, говорит, скажи, что это твои. Ой, смешной. Сережа, смешной? Да-да. Да? Дихлофос был. Ой, подожди. Сейчас. О, руки скорее. Руки? Так ты, наверное, не побрызгал. О, беленький, да? Да. Два. Держи, там крышечка сверху еще, побрызгаться надо от комаров.
Тоже сказал дихлофос. А где два-то? Один только вижу. Один. А это что? Вот второй, тоже белый. Давай закроем. Так. Да, вот мне руку тоже побрызгай, пожалуйста, и вторую. Очень хорошо вот это. Подожди, вот подожди. Грибы попадет. На грибы я сейчас грибы поставлю. Давай. Потому что эти места всегда они кушают. Любят кушать комары. Нет. Так, ну что? Белый. Ой, здорово. И на север ехать не надо. О, покажи мне красноголовый, какой ты нашел. Меня Сережа даже не позвал. Не позвал. Вот такой красноголовый. Это прикольный. Да. Привет, меня красноголовик на базу положите. Такой смешной. Ладно, шутить иногда надо, даже полезно. Без шуток это не жизнь, тем более не семья. Ну, слушай, мы в этом лесу раньше никогда не ходили, да? Сегодня мы решили пройтись. И как бы мне даже радует вот то, что у меня в корзинке и у Сережи. Корзинки, ведерки. Да, мы с Кировской области привезли корзинку. Но как-то она у нас лежит в машине, и я все к ней не могу привыкнуть. Один раз брала ее. Ой. Вот ведерко есть ведерко. Легкая, удобная корзинка. Сама по себе вешает тяжело. И как-то с ней ходить вот для меня неудобно. Но вообще советуют с корзинками ходить, так как там есть дырочки, поры от грибов. Даже пока вы несете, грибочки падают. Синявки. Три. Ну вот, Сережа, давай вот эту возьмем и вот ту плотненькие. Я возьму, потому что из них очень вкусно это жареха. Ой, она что-то плохая. Ну-ка. Нет, такую брать не буду. Ой, тоже плохая. Пока у нас, Сережа, одни белые грибы попадаются. Ну вот, два красноголовика попалось, пока все. Как-то все вот удачно зашли в лес. Сейчас мы хотим пройти подальше, перейти в другой лес, потому что попадаться больше ничего не стало. Может быть, там еще нам повезет. Но если мои грибочки приложить к нему, то чуть-чуть не полное 10 уже литровое ведро будет. Само ведро у нас 12-литровое. Ну, примерно 10 литров мы с ним уже набрали. Чисто белых. Здорово. Так что грибы есть. Многие говорят, их нет. Есть грибы. Надо просто ездить и искать. Мы в том году в этот лес приезжали. Здесь ночью пустой лес был. Нынче приехали на разведку, смотрите. Здорово. Вон, смотри, какая поганка красивая. Почему поганки несъедобны? Хе-хе-хе. Как Сережа всегда говорит, такой гриб кушать можно. Но один раз. Вот он мой красавец. Подберезовик. Вот он. А вот и белый гриб. Еще один. Вот такой красавчик. Так, посмотрим еще рядышком. Всегда смотрите внимательно рядом. Грибочки. Что красноголовики, что белые. Нету. Посмотрите, как в сказке. Стоит. От этого красноголовика обернулась. Раз и два. Вот это я вам и говорила, что нужно обязательно рядышком смотреть грибы. Вот смотрите, его даже не видно. А он вот он спрятался. Да такой крепыш. Ножка у него просто толстенная. Вот такой крепыш. Нашла я. Вот еще один спрятался за веточку. Подберезовик вот такой маленький.
А вот еще один спрятался. Вот он. Белый. Вот такой белый. Так, сейчас ветки уберем. Не срезала. Вот такой белый гриб. Нет. Ну да, белый. Но он, наверное, плохой. Даже по шляпке видно. Думаю, что у меня такое? Тут, смотрите, улитка на ноготь прямо присела. И главное, ее так трудно убрать одной рукой. Вот они. Один. И вот его братец стоит. Вот. Даже два. Посмотрите, два. Раз. И с этой стороны, вот с этой. Как тут перевернуть-то? Вот два. Их тут два. О! И Сережа ко мне пришел. А рядом еще вот третий. Здесь, да, ходили люди. И там мне попался он в синем плаще. Мужчина. И ходит прямо около меня. Вот прямо около меня. Как будто, знаешь, это... Я его грибы соберу тут. На каждого человека свой гриб. Один прошел, другой за ним увидел. Смысл ходить друг за дружкой. Тем более чужие люди. Видишь, Сережа, у меня ведерко почти полное. Сережа сказал правильно, у тебя ведерко детское. 5 литров это не детское. Детское это литр. Покажи мне свое ведерко. О, у тебя крупняки, а у меня мелочь. Вот так разница в чем. Значит, ты видишь большие грибы, а я вижу мелкие грибы. Лес здесь такой прямо хороший в плане того, что гулять по нему хорошо. Не бурелом. Травка есть. Ну, конечно, притопно. Люди ходят. Народу много ходит. Все находят грибочки. Даже вон... Так, брусничник здесь. Красненький. Красненький. Вот такой вот красненький. Срезай. Ножка метровая. Мошкара, да. Одолевает уже. Во какой. Покажи. Классный красный. Нашел. Белый нашел. Белый, смотри. Опять не твой. Мухомор рядом видел. Опять мухомор, да, смотрите. И рядом мухомор. Серьезно, вообще считаешь, что рядом с мухомором надо искать белые грибы. Где мухомор? Так ты еще один прошел. Где? Вот он, вот он, вот он. Рядом. Смотри, рядом с тем. Вот белый. Вот. Ты его прошел. За тобой надо глаз да глаз. Ходить да ходить. Вот. Ну-ка еще, покажи. И вон еще два. И сзади тебя, Сереж. Да, японский. Да вот, видишь, как ты ищешь грибы. Я вижу, как ты ищешь. Я за тобой только собираю, хожу. Иди. Так, где? Вот. Это с тем, который около мухомора, да? И вон еще два. Опа! Опа! Вот еще два, смотри. Сереж говорит, даже не претендуй на них. Вот это да, два красавца. И главное, так спрятались, да, под листиками. Я, может, тебе его просто срежу? Ладно? О. Нифига! Ай, мошкара прямо вот. Вот это белый. Ну-ка. О, идеальный. О. Покажи мне, какие красавцы. Ой. И то, что классно, что они оба хорошие. Вот, вот видно, что здесь семейство. Давай еще походим. Может, тут еще есть. И мы их и опять не видим. А маленький, сколько я около тебя собрала. В общем, Сережа, ты от меня далеко не уходи. Потому что мы уже по факту понимаем, что ты видишь только крупные. Да, конечно. А я вижу рядышком с тобой мелкие. Ты ищешь. Вот. Если бы я к тебе сейчас не подошла, мы бы целых 3 гриба не нашли. Да. Вот я Сереже говорю, давай еще посмотрим около этого местечка. И вот смотрите, сколько? 1, 2, 3, 4, 5. Ну спускайся туда. Напротив только вот надо было спуститься. Какой белый. Красивый. Показывай мне сразу. Ой, можно я их к себе положу? Нет. Нет, ну можно их, ну ладно, твои так твои. Кидай их сюда. Я буду просто их показывать. 1, 2. Так, их хочет только к себе в ведерко положить. Это абаб? Нет. А, да, там 2 абабка. В общем, с белыми росли 2 абабка.
Там еще один, да, есть? Давай. Ой. Ну, давай ты уж сам их тогда. На, к себе клади, держи. Я тебе даже их подниму, держи. Ножик осторожно. Держи, жадюка. Хе-хе-хе-хе-хе. Сережа говорит, я еще схожу, посмотрю. Конечно, посмотри. Лучше это, не торопиться. Он говорит, еще есть. О, еще нашел, да? Нет? Давай еще поищем, походим, посмотрим тут. Вот надо прямо внимательно ходить и смотреть. Сережа, я еще один нашла белый. Смотрите, какой крупный. Но туда надо спуститься. Сейчас я Сережу позову. Сережа говорит, раз я за ним полезу, значит, это мой. Сережа, а посмотри от него влево. Ой, вправо еще один. Это, ну зачем ты выдрал-то? Потому что он криво стоял. Так, срезай его. И давай. Давай это ко мне. И вот еще, да. Его даже не видно. Посмотри, там может еще есть. Какой-то канаве, да, и столько растет. Вот он какой. Вау, это ко мне пойдет, ко мне. За услуги один мне. За услуги? То, что ты срезал один? Так так у тебя будет полное ведро. Да, конечно. У меня почти одни беляши. Классно, да? Сережа еще беленький нашел. Показывай мне. О, и вот тут еще рядом с ведром. Белый. Да-да-да, вот он. Ох, нифига, шляпа. Ножка. Ножку порвала. Ножка. Здоровая. Ого. Ого, как у боровика, да? Вот боровики на севере, они вот с такой ножкой. Взрывные. Да. Классно. Даже не видно. Два. Я думаю, что за бугорок? Вот. Смотрите, бугорок. Вот вообще не видно. Даже не подумай, что это гриб. Ты видишь его, нет? Вот он. Все же говорит, не гриб, а поросенок толстый. Классно, столько радости, слушайте, вообще. Конечно, люди проходят, все грибы наши. Вон где он. Во, какой. Вот, подберезовик. И вот еще подберезовик один. Где он? А, вон он. А, сзади еще один, ты его пнул, смотри. Вот, лежит. Я до туда не доходил. Да? Тогда это что, мой? Ну, собирай, ты его пнул, или он просто так лежит? Он лежит так. Ай, бери, бери, бери себе, я тебе его дарю. Это же не белый. Ты калистый. И вот, собирай вот этот еще грибочек. Да, в общем, надо осторожно ходить и на всякий бугорочек обращать внимание. Раз белые так от нас прячутся. Шикарно. Смотрите, у меня почти полное, у Сережи тоже почти полное. Сегодня мы с полными ведрами. Ну да, у меня в два раза меньше ведерка, но ничего страшного. Где? Ну, это поганки, Сережа. О, сколько поганок много. Сережа говорит, иди ко мне. Но вот эти два моих и... О, как я обожаю именно вот такие красноголовики с оранжевой шляпкой. Вот они действительно как из сказки выросли. А может, мы с тобой в сказке? Какая сказка? Какая сказка? В гостях у сказки. Помнишь, раньше по субботам были сказки? Ой, вообще. И вот третий. Их братец. Да, тоже не братец. Кто? Братец-кролик. Если стрелку. Да. Еще, говорит, один четвертый. Такой Сереж довольный. Ну, иди ко мне вместе. А вон, Сережа, я пятый вижу. Вон, смотри, вон пятый. Вон пятый. А, еще ты пятый нашел, значит, там шестой. Ого! Вот это да! Вот это красный. Блин, чистый. Да, чистый. И вот там, Сережа, еще прямо есть. Я еще не все собрал. Не все собрал еще? Нифига ты. Вот-вот. Смотри. Так я хотела, чтобы ты потом показал. Ой. Сереж, вот здесь он был. Вот он. А, это масленок. Это не будем его брать. Я взял, Сереже говорю, фото на память.
Вот, видишь в траве? Бабок. Да, под березовик в травке стоит. Но он наверное, плохой. Маль. Нет, ножка идеальна. Сережа с меня даже дань не взял. Срезал, положил мне ведерко. Говорит, на, тебе повезло. Да, к нему уже подошла, я увидела. Опять с такой толстой ножкой. Тебе сегодня так везет на такие грибы? Во какой. Сережа так радуется всем грибочкам, каждому. Но я тоже очень радуюсь. Всегда мне, Марина, иди скорее сюда. А ты посмотри. Но это очень хорошо, он получает положительные эмоции. Это очень... Я даже перечихала. Это очень хорошо. Да. Раз. На ту сторону я вряд ли пойду. Там никогда грибов не было. Но кто знает, может нынче тут там... Что там такое стоит? А? Что там такое стоит? Нормально. А? Покажи. Вот. О, раз. Два, три. Четыре. Опять белые. Опять белые. На. Ой, мне ведерко. Ну, положи у меня раз. Эти, сегодня все малыши лежат. Делаешь? А поделочка еще два. Где-два. Вот смотри, прямо и влево еще один. Давай мне их. Вот. Вот, вот. И влево. Видишь влево? Ты увидел влево? Видел. Малыша. Там такой. Давай мне малышку. И вот еще малыша. Срежьте, пожалуйста, малыша. Сережа, а вправо еще один стоит вон. Вправо. Не влево теперь, а вправо. Поверни голову свою вправо. Видишь? Два. Я один увидела, и Сережа второй увидел. Три? Где? Подожди. Подожди. Опа, я запуталась. Смотри, что. Колючка. Опа. Смотрите, что. Ногу колючка. И как теперь убрать? Подожди, Сереж. Вот так вот я зацепилась к колючке. Вот так они растут. А я, посмотри, что и тут. Тут можно ноги переломать. Вот такое место. Это себе заберу. Сережа, а тот что бросил? Или ты его не увидел? Вон он, смотри, лежит. Видишь? Или не видишь? Надо за ним тебе... Ты его, наверное, просто пнул. Да? Еще пройдем здесь? Я ведра там оставила. Все, больше здесь не вижу. Пойдем обратно. Вот тот собери, который... Ты, наверное, его просто пнул. Бывает же такое? Ну вот он лежит. Вон он. Рядом. Нет, не срез. А вот еще один, смотри. Мы с тобой прошли, вот еще один. Обратно пошли. Смотри, Сереж. Наклонись, мне здесь так неудобно наклоняться. Он как вниз идет. Видишь? Еще один беляш. Поросенок. Сережа все их поросенками обзывает. Вон, покажи, какие малюсенькие. Ну, вот такое, ну, покажи. Ножка уже вяленькая. Вот такие маленькие беляши. Сережа, какой нашел белый. Вот такой вот он, блин, как игрушечный, да? Да. Как-то нам сегодня прямо так повезло на белые грибы. Мы даже и не ожидали, что мы столько наберем их. Опять белые? Посмотрите. Сережа, лес тебя сегодня прямо это, одаривает. Самое интересное, да, вот отсюда его не видно, а с той стороны видно. Здесь они такие вот, смотри, с ножкой толстые. А вон, Сереж, еще один, смотри, прошел ты мимо. Я же говорю, малявочку проходишь. Вот это да. Смотри, он так на боровик похож. Вот там вот боровые, они вот такие вот прямо с толстой ножкой. На базу. Тот бог с ним твой был. Нет. А, тот, да, конечно, мой, раз я его нашла. Вот он. Это на мою базу, да, поедет? Или что-то он пришел? Тут, да, вот видишь, тут уже срезан один. Кто-то нет, уже. Он не срезан, он будет. Он только будет. Еще будет. Так, закопай. Все. Да. Давайте вот такого малышку.
Сережа такой говорит, я там около него хожу, он говорит, ну-ка иди на свою сторону, а то сейчас мои все грибы соберешь. Я ушла, он такой, хо-хо-хо-хо, вовремя я тебя выгнал. Сразу вот такой. Зайчики поработали. Да, зайчики, зубки зайчиков. Сережа все находит и находит, а мне вот сейчас ничего не попадается. Там такой лес интересный, смотри, вон там, да? Мы, кстати, там ни разу не ходили никогда. Вот только ему про этот лесочек сказала. Надо сходить посмотреть. Вот это белый. Вот это белый. Такой мощный. Из песка. Угу. Из песка? О. Такой здоровый. Нифига себе. Там червивый, обрезай, он большой. Не надо этих червей. Обрезай. Ты же хотела на рассаду. Не. О, нормально. Нет, Сереж, это ненормально. Обрезай. Разрежь его. Фу, черви. Что стоит? Может, по этому лесу погулять? Не надо. Мне кажется, здесь вообще никогда никто не ходит. Люди ходили, ты видел? Он плохой, наверное. Какой-то шляпка чересчур это не очень. Нет, слушай, хороший, надо же, да? Наверное, просто водянистый. Ну, такой мягкий. Ну, пройдись вот здесь вот, а я тут по левой стороне пройдусь. Это не я. Вон, смотрите, это рядом прямо с тем грибом. Вот белый, и вот тот вот валяется. Идет под ноги и смотрит. Это я. Это ты. Вот меня решил крайнюю сделать. Такой интересный грибочек, покажи. Прибольный. Его как-то, да, на бок скосило чуть-чуть. Наклонило. Ну ты даже не показал. Ты ну хотел вот, показать. Вот, вот. Голову отломили. Надо сразу хорошо показывать. Он же говорит, что вот это такое? Убрал листву, а там белый. Слушай, сегодня столько белых. О, Сереж, смотри, еще два. Иди сюда. Смотри, видишь их? Вот, вот сейчас вижу. Ты вот идешь здесь, не видишь. Ай, вообще. Да, слушай, я бы прошла мимо, если бы Сережа меня тут не позвал. Вот так вот они растут друг над дружкой. Давай. То, что я нашла, да? Бонус. Бонус? О, бонус какой. Бонус идет ко мне в корзинку. Мое ведерко. Иди скорее в мою сторону. Иди скорее в мою сторону. Это мой. Это мой. Два. А вон еще один справа. Справа. Смотри. Молодец. Смотри, где два? Где второй? Смотри, раз, два. И вот. Да. Вот да. Еще, смотрите. И вот. Дай мне ножик твой. Я сейчас обрежу. Вот этот малюсенький. Смотри, какой, Сереж. Малепусенький. Ножик. Подожди, держи. И вот еще один. Вот он. Так, мою, пожалуйста. Забирай, милочка. Сережа, вот буквально от ведра. Вот, обошел всего, да? Раз. Так, пять, раз. Два. Раз. Они все маленькие, их так плохо видно. И два. Вот говорю же, они семейством растут. Если пошли белые, значит пошли. Значит, завтра надо еще в это место съездить. Да. Вечером. Завтра у меня еще один выходной. А потом у меня смены будут утрешние, и тебе, Сережа, придется одному. Смотрим. Так что внимательно ходи, смотри. Ну, конечно, есть разница. Если бы с нами кто-то еще был сегодня, да, тоже бы набрал. Вот надо просто внимательно... Опа! Что, дождик? Вот не вижу пока больше ничего, не вижу. Еще так солнышко отсвечивает. Еще один нашла. Да. Вот он. А вот, Сереж, еще один. Ты увидел его? Нет. Вот видишь, как опять? Два глаза хорошо. А четыре лучше. Вот он, беленький, стоит.
Вот. Но эти два грибочка, они какие-то мягонькие или от воды уже такие. Надо их проверить, Сереж. Не класть в корзинку, проверь. Что-то это, он уже кверху поднялся тут. Проверь их. Если что, не будем брать. Нет, хороший. Ну-ка еще это разрежь просто пополам. О, черви выкидывай. Пусть белочки кушают. И тот, они просто не плотные. Легкие, легкие даже. Да, они не плотные. Их, наверное, кто-то уже скушал. Да, не надо брать такие. Они даже не плотные. Этот белый даже издалека видно. Да, конкуренты приехали, машина. Ой, так он хороший, зачем ты выкидываешь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. На червей сколько? Да, червей много. Выкинь. Так, у меня уже полная ведерко. У Сережи тоже. Пора уже идти к машине. У Сережи три красных. Четыре. Как к дому? Четыре. Ага, идти так, красноголовики. Все белые попадались, да? О, все белые. О. Раз. Два. Все-таки крепыши, да? Сейчас. Чистые. Чистейшие. Там вот третий. У меня даже кулечка нету, Сережа. И вот четвертый. Нету кулечка, чтоб куда класть грибы. Ну, все. Ну ты разрежь его, вот это крепыши. Ну опять разрежь ножку. Или ладно. Сейчас потемнеет. О, идеально. Вот тут только немножко, да? Ай, это нож, я вырежу. Ножку заберу. Так, ты вот разрезал, ты видишь, он хороший. Он как каша стоит. Ну и что, мы его высушим? Все, вон расползается. А, да? Ну ладно. Ножку. Два. Вот они вот так прячутся. На. Давай. Да у меня уже, наверное, упадет скоро все. Понятно. Ну таких-то малышей, конечно, давай. Клади их мне. Выкорчевывать. Да. Засовывай. Ведерко. Что это такое? Баба. Плотный, да? Но. Разрежь шляпку, Сереж. Привалила его. Сережа, вон грибочек. Вот. Если тебе вот так вот обойти, вижу. Вот так вот. Ты видишь его? Да. Я отсюда уже не полезу туда. Красноголовик? Угу. Да срезай ножик, у тебя ножик есть. Он еще торчит. Еще? Еле-еле. Три штуки. Три штуки? Да. Ой, мне здесь как залазить-то? Да воды тебе дам. Мне здесь никак не залезть, Сережа, даже к тебе. Вот сюда, ну давай, вот сюда. Ой. Опа. Сейчас я их положу. Я даже не знаю, как куда уже класть, посмотрите. У меня все ведерко полное. Уже под эту. Все. И что интересно, у меня... Даже кулечка нету. Ой, каких малышей ты набрал. Ну, не рви таких вот маленьких. Их куда вот их? Тут даже и не знаешь, что из них сделать. Как-то их запихать куда-то. Я даже не знаю, куда, чтобы они еще и не выпали. У меня из ведра. Вот как-то так вот сегодня. Ведро вот такое у меня полнющее уже. Не знаю, как сейчас брать даже ведерко. Вот так тихонечко вот все. И пойду вот так тихонько. Чтобы ничего не растерять. У Сережи вот тоже. Все, Сережа, больше ко мне не класть. Все только к тебе. У тебя еще до ручки есть место. Посмотри. Да. Вот говорила я ему сегодня. Давай возьмем два больших ведра. Ой, да это бы набрать. Но у нас... Нет, как он сказал? Что в машине есть ведра. Так там вот такие маленькие, 5-литровых много. А большое у нас с собой только одно. В общем, мы уже идем к машине. Вот он. Красноголовик. Сережа, давай уже иди ко мне, чтоб я к тебе его положила. Вот этого красавца. Что там у тебя? Да красноголовик, Сереж. Смотри, какой. Во. Смотри. Ты прошел, красноголовик. Кстати,
такой крепыш. Сейчас я его... Опа, ножка хорошая уже, тут, потому что шляпка... Так, давайте я вот так шляпку уберу. Он, видите, идеальный. Я срежу. Опа. Сережа, уже давай, я тебе говорила, приходи ко мне. Забирать эти грибы все. Давай уже, ставь ведерко. Давай к тебе уже будем класть. Ну потому что у меня нет хорошего, видишь, смотри, даже вон все внутри, смотри, как чистенько. Ладно, пошли. И давай вот эти я сверху переложу к тебе. Ну у меня никак, вот уже все падает, смотри. Я просто боюсь, что я их потеряю. Я даже тебе подарю малипусинку вот так сюда его. Все. Подожди, вот этот сейчас тебе туда вот так был. Это вообще-то подберезовик, поганка. Сейчас Сережа тут у меня выкинет все. Не выпадет, смотри, не упадет, если вот так вот я его положила. Все, пошли. Пойдем, у меня уже тоже все. Некуда. Еще два белых. Вот один и вот второй. Идеально, да, ножка? Плотные такие. Сейчас, походу, здесь стоять будешь, я до машины пойду схожу. Нет. Мы же идем к машине. Тоже плотная, хорошая ножка. Пока у тебя складывать... О, смотри! Пока хотела сказать, складывать можно, будем... До машины идти. Раз. И смотри, еще впереди один. Это ты белый третий, а вот это красноголовик, мне кажется, нет? Красноголовик это. А, да. С двумя белыми, два рядом красноголовика. Смарт. Режь, Сереженька. Режь. Капюшон давай. А, Сережа говорит, капюшон есть свободный еще. Может мне по карманам посмотреть? Смотри, что я нашла. Ну, давай это следующий будем класть, если еще найдем. Вот такой кулечек. Еще один, вон второй, и вот третий, смотри. Это мы будем уже собирать в кулечек. Давай, давай кулечек подержим. Давай, давай. Жалко, конечно, кулечек, они там сейчас будут такие слюнявые. Все. И рядом, ты видел, где рядом? Вот еще руку вперед. Нет, вот Сереженька, вот он. Ой. Давай шляпку. Ой, что-то он плохой, не бери, вот эти два только возьмем. Но эти два еще к тебе влезут. Сережа еще увидел, а где-то увидел. Он белый, точно, два. Он раз гриб, два. А где белый увидел? Вон, так, белый, давай я сейчас к тебе приду. Вот так обойду и к тебе приду. Еще, так мы ведра там оставили, Сереж, вон на дороге. Никто у нас их не заберет. Народ-то ведь ходит. Вот еще белый. Вон тут два белых, Сереж, ты прошел. Два белых, смотри. Раз, это не этот. Да, вот белый, вот. Ого. Слушай, давай ножиком. Срезай вот, смотри. И вот еще под рукой у тебя ниже. Вот еще ниже, вот белый. Видишь? Хорошо, что я к тебе сюда спустилась. А там что? Это эти, мы сладкие, не хочу такие. У нас и добротных грибов сегодня много. Вон какие. Вот это белый. Мы уже к машине идем, и нас все равно лес не отпускает. Подожди, Сереж, смотри, у меня тоже какой. Ой. Вот такой белый гриб. Большущий. Так, давай, иди в кулечек. Залазь туда. Давай, складывай в кулечек. Сереж тоже белый нашел. Все. Этот складывай, то все уронишь. Ну все-то, ты что, не складывай, им там лучше ведерки-то будет, там хоть воздух. Только Сереже положили в кулечек грибочки, и вот тебе на два еще. Смотри, ты как их прошел мимо-то? Так вот, ты от меня только отошел. Раз, вон два. Идем к машине, и все, нас лес не отпускает. Уже бы сказали, что еще нашел ты? Сейчас, подожди, тоже положу.
скоро и клёчек будет полный. Вот еще Сережа нашел два красноголовика. Раз. О, какие крепыши, да? Подожди, даже срезать не могу. Раз и два. Так, что складываем в клёчек-то? А куда? Давай, раскрывай. Мешочек. Мешочек. Ничего страшного, сейчас дойдем, машина уже рядом. Идем. Да, погода хорошая, разыгралась. Скоро уже темнеть начнет, время вечер. Хотя бывает, если солнышко и допоздна хорошо прямо светит. Еще один. Красноголовик. А да? А. Это? Да. А бабочек. Ножка хорошая. Белый. Угу. Что, белый? Да. Так замаскировался. Да, баба. Это подберезовик, Сереж. Но он белый. Крепкий. Белый? Нет. Нет, подберезовик. Нет, давай ты его разрежь сразу. Ножка идеальна, шляпку разрежь. Он твердый. Ну, все равно. Опа, вон видишь, убирай шляпу. Оставляй одну ножку. Вот это, во, вот это, нет, вот это. Короче, выкидывай. Тебе же мало грибов-то. Говорит, стой, я пойду еще поищу. Ну, куда еще искать-то, хватит на сегодня. Если вот мое ведерко, да, то в кульке, вот тебе еще, сколько здесь, 8-литровая ведерко будет. Два ведра, ну куда? Не жадничай, Сережа, выходи из леса. Сережа еще один красноголовик нашел. Там еще стоит. Все, пойдемте. Что там нашел, Сереж? Баба, вон это. Брак. Брак? Вот его прямо видно. Сейчас Сережа придет. И до него. Сережа, я еще нашла. Тебе придется за ним сходить. Сережа говорит, постой минуту, еще схожу, там где-то что-то нашел. Я говорю, уже не хочу ни стоять, ни грибы не собирать. Еще вон, да, стоит. Вон. Мне уже хватит. У меня ведерко полное, и мне хватит. Вот еще один стоит. Где? Короче, о, красноголовик у Сережи. Не отпускает тебя, Сережа, лес, не отпускает сегодня. Я ему еще говорю, хоть это, эти ведра оставляй в машине, бери другие пустые, иди. Ну, это же надо перебрать. Лучше завтра вечером съездить еще. Я бы тебе еще принесу. Еще принесешь? Покажи, чего тебя там набрал. О, красавцы. В общем, стою, жду Сережу. Этот клёчек тоже у нас, смотрите, уже полненький. Что-то он там еще... Да. А? Еще? Белые. Белые? Сейчас к тебе приду. Раз, опа! Два, три, я три вижу, а четвертый где? Три, и вот четвертый, белые. Я ведра там оставила. Я не знаю, как здесь ходили люди, но мы за ними еще нашли. Вот, еще беляши. Четыре штуки. Давай мне их в руку. Сейчас я пойду. О, раз. Ой. Все, смотрите, какие я красавчики. Две минуты принесу. Еще нашел? Опа, нифига себе! Нифига! Вот этот как арбуз порезал. О, вот это белый! Давай покажем людям, какая ножка, смотрите. Мощная. Мощная, конечно, мощная. В общем, смотрите, у меня вот такая еще гора. Сейчас положу. И Сережа еще вот давай принес. Туда. Подъедешь сюда? Конечно. Ну давайте здесь подожду. Может, машина недалеко, наверное, метров 100, 150. Ну как просто нести это все?
А Сережа еще охота прогуляться по лесу. Хотя бы вот эти 100-150 метров, которые до машины. Мы сейчас все грибочки из кулька сложим в 5-литровое ведерко. Так как, чтобы грибы не портились, надо еще до дома доехать. Сережа, складывай. Потому что в кулечке это не дело. Вон уже шляпка отпала, но больше влезет. Сейчас перебирать некогда. Все дома переберем. Давайте, ты, Сереж, только не вываливай тихонечко. Давай помогай из кулечка доставать. Если вывалим они все это, ну, помнутся. Вот еще 5 литров ведерка. Во. Там еще у нас, да, есть ведро. Аккуратно складывай так вот, чтобы побольше поместительнее. Не просто, а вот в пустые места. В пустые места прямо клади. Туда вот шляпками. Во. В общем, еще 5-литровое ведерко полное. Переберем дома все. Можешь переложить вон еще в одно ведро. Не надо. А, то-то? Верхушки? Верхушки можно, да. Может, пары теряем? Давай. Нет, вот это-то можно... Угу. Смотри, Сереж, это-то вот сюда влезет. Да. Смотри. Вот, вот так вот. А вот эти, да, можно сюда уже вот еще в одно. По 5 литров-то у нас... А, это последнее ведерко. Да, и давай вот оттуда сверху, чтобы не растерять верхушечки. Да здесь-то оставь, она уже здесь не растеряется. Вот со своего клади. Вот. А то это, машине повезем, все равно, да, будут падать, трястись. Опа, и сразу два красноголовика, три. Так, раз. Да, мы решили все-таки то ведерко переложить к другим и с пустым пойти. Вот так, как нет ножика, резать не буду, буду собирать так, вон третий. Я еще грушка сейчас как назло, это ведро не насобираем. О, какие. Дома уже переберем грибы. Блин, да что, три гриба и ведро полное, это 5-литровое. Если еще их не обрезать. Сейчас до Сережи дойду. Ножик у тебя, Сереж, с собой? Сейчас, в общем, их разрежешь, потому что что смеяться? Нашел что-то? Нет, смотри. Давай проверь их. Три. Шляпку разрежь. О, плохой. Выкидывай. Выкидывай. Ножку оставляю. Ножку оставляй. Давай. Идеально. Оставь этот. Ножка хорошая, видно, не обрезай. Он твердый. Ну разрежь все равно шляпку. О, видел там плохое? Не надо, отрежь. Вот ножка хорошая, да, шляпку тоже убери. Он полосатый. А, да? Ну убери тогда этот. Все, держи ведро. Вот так собирать большие грибы. Хорошо, это, да это, не знаю, синявка. Синявочка хорошая, плотненькая. Бери, там еще, кстати, одна есть, смотри. Но, да ты большую возьми, да. Смотри, нога грязная. Возьми. И эту давай посмотрим. Ой, она вся идеальная. Смотри, какая чистая. И эту обрежь. Да вон ножку, давай мне ножик. Вон еще одна, смотри. Они очень вкусные, жареные. Вон, очень хорошая ножка. Держи, Сереж, еще вот одна есть. Рядышком посмотрите. Да. Мне очень нравятся еще боровые синявки. Вон они здесь. Мы такие любим. Они все вон хорошие. Это как сыроежки еще их называют. Вот это плохая. Ну-ка. Да, тут еще есть одна. Сейчас посмотрим. Это вот идеальная. Тут и ножка вон какая хорошая. Сережа, а давай ведерко. Сереж. Ну их надо аккуратно на дно куда-то, чтобы их это не разломать, не раздавить. Как только кипятку они, в кипяток попадут, они сразу плотные становятся. Посмотрите, сколько бруснички. Можно потом приехать сюда ее собрать. Хоть чуть-чуть. И вот сразу стоит о бабочек. Сережа, а бабочек? Держи, проверяй, потому что ведерко маленькое. Вон это. Вон, смотри. Плохой? Угу. Ну, пластилин. Дай мне ножик, я пойду вон эти сыроеги. Где? Вот, ой. А, нет. Подумал, сыроежки. А бабочек? Думаю, уже пора ехать.
белых. Посмотри, какие красавцы. Посмотри. Вот, смотри, два. Посмотри, два. У меня два белых. Иди ко мне сначала. Вот, там вот, поставь ведро там. Вон, Сережа тоже два белых нашел. Видите, как они растут? Посмотри, какие. А я... Режь. Ага. У меня. Вон. Где? И вот белый. Вот. Ну давай сначала к тому. Как, а? Раз он тут один. Одинешенек. Мы еще думаем, идти в этот лес, не идти в этот лес. С этим ведерком. Где еще? Где? Еще вон белый. Прикольно. Раз. Наугад. Наугад пришли, да? Да, вообще. Угу. Здорово. О. Так, надо присесть и посмотреть. Потому что когда только присели, мы их увидели. Вот они. Да, вот. Держи, давай их тебе в руку. Давай, оп, мне. Давай, давай. Точно. Кто-то с ума сойдет. Кто-то с ума сойдет? От увиденного? Ой, классно. Лес на сегодня балует, балует. О, о, какой. Как ты мне положишь, где там, да, сюда? Еще? Все здесь. Да? Пойдем вон туда, к твоим, которые ты еще нашел. Да. Вот, надо присесть. Вот они, вот они. Вот. Вот, Сережа. Сейчас еще найдем. Вот они, два красавца беленькие. Вот они, один белый, вот второй белый. Сейчас прямо присядь. О, а, нет, показалось. Красавчик тоже. Что нашел-то, покажи. Белый. Так ты покажи мне, что мне на словах-то, я хочу увидеть. Ты, о, какой. Веришь? Верю. Смотри, красноголовик. Верю. Видишь? Смотри, какой красивый. Скоро полная будет ведерко. Да-да-да, номер 4. Мы уже набрали два больших ведра. Если там у нас получается два 5-литровых, да? И одно 12-литровое. Два больших ведра. Ну, я считаю, как 10-12-литровые такие ведра. Не маленькие. В общем, нормально. Вот видите, какие поганочки красивые растут. Вот еще красноголовик. Вот такой вот. А вон еще один, смотрите, рядышком. Вот он, маленький. Опа. Вот таких два нашла. Передо мной видишь? Вижу. Крепыша. Вот он какой. Офигеть. Ну, посмотрите, какой толстый. Опа. Вот это да. Трескается. Классно. На, вот эти два еще уберите. Корешки. Это не красный, это вот. Это красные. И вот еще. На. Еще, да? Здорово, да? Угу. Увидела, Сереж. Ты его не видел? Смотри, ну пойдем, идем сюда. Я тебе покажу. Иди сюда, иди к нему. Вот он стоит, белый. Вот он, белый гриб. Ой, вот он, красавчик. Спрятался от нас. Вот, смотри, что я нашла. Ой, держи. Беленький, издалека увидела. Хорошенький. Вот, Сережа, смотри, синявочка очень хорошая, плотная. Вот эти взял. Вот, да, я тоже вот нашла. Давай посмотрим. Хорошая, только вот, одна. Плотная. Да, плотные две. Ведерко почти полное. Все, мы идем к машине и хватит. Их же еще перебрать надо. А я хочу сегодня плотненькие замариновать. Поэтому буду чистить сразу в разные кастрюльки. Белые плотные в одну, красных малышей в другую.
Ну а остальные уже чисто отварить и заморозить. Хочу замариновать хотя бы по баночке. Конечно, маринованные мы едим очень плохо. Больше мы отварные там грибовницу, жареху. Маринованные так. Раньше я очень любила, а как-то сейчас вот время пришло, что вот, ну, едим очень плохо их, поэтому я особо их не мариную. Сережа говорит: Марина, иди ко мне, два белых, два брата-акробата, у меня тоже белый. Вот он, ну тут вот видите, кто-то уже резал. Еще рядом, а этот, видимо, прошли. Пока до Сережи иду, еще второй грибочек нашла. Сережа, смотри, у меня еще два грибочка. Че, пойдем уже, не ходи туда. Не ходи туда, в дебри. Уже это, мошкары много стало. Сказал идти к ведру. Где ведро? Вон ведро. Пойдемте к ведру. Идем. Опа! Да, точно красавчики, посмотрите. Вот это красавчики. Да, красивые белые. Белые такие красивые. О, Сережа, режь. Что-то плохое. Вон, видишь? Рома, на переработку. На переработку, на участок. Ладненько, все дальше. К машинке пойдем. Думала, ведро не наберем, а посмотрите, опять. 25. Да, 5-литровое набрали. 5-литровое полное ведерко. Здорово. В общем, можно сказать, мы 25 литров, даже больше набрали, да? Там 12-литровое чуть-чуть сверхом. Два ведерка тоже сверхом. Вот еще белый. И это 5-литровое. Почти 30 литров, да? Вон, Сережа, тенявочка, давай посмотрим, вдруг она хорошая. Вот это вот, смотри. Может быть, она плотная. Давай посмотрим, это корешок, Сереж. И вон еще. Сережа, просто у тебя ножик, у меня нету ножика. Хорошая. И вот тут еще, вон, давай посмотрим. Да, она что-то сдохла. Ну, она, да, там не надо, там уже сдохла. Видно, да. Вот еще. Вот это должна быть хорошая. Вон тут их две. Из них картошка вообще классная. Вон их сколько здесь. Сливы. Вон их сколько, еще две. Не будем тогда собирать их. Синявочек очень много. Вот такие-то я люблю собирать маленькие. Ой, мне так боровые нравятся. Еще, но в бор надо ехать за ними. Я не знаю, как называется, но вот еще есть гриб. У бабок. Во, подберезовик. Угу. Наш сегодня улов. Раз ведерко, два ведерка, три ведерка. Это 5-литровые и последняя 12-литровая. Все они у нас сверхом. Вот столько мы сегодня набрали. Красноголовики, белые, подберезовики и сыроежки. Но больше всего, это процентов, наверное, 70, это белые грибы. Ну и иван-чай.